Депутаты Тверской городской думы продолжают исполнять наказы своих избирателей. Традиционно большая их часть предусматривает адресную помощь дошкольным образовательным учреждениям. Так, председатель городской думы Евгений Пичуев по программе реализации предложений граждан оказал помощь детскому саду номер 79. Подробности в следующем материале выпуска. Дошкольное учреждение в Пролетарском районе посещают дети с нарушением речи. Здесь работает 4 группы компенсирующей направленности. Сейчас в детском саду воспитывается 75 ребят. При поддержке председателя Тверской городской думы Евгения Пичуева в этом году в образовательном учреждении отремонтировали цоколь здания. Теперь полы в группах первого этажа стали теплее, и внешний вид детского сада преобразился. При поддержке депутатов сделано, конечно, очень много. Сад у нас 58-го года постройки, и без помощи вот этих дополнительных средств нам не выжить. В прошлом году у нас были заменены все лампы. В прошлом году у нас были поставлены двери, отремонтированы 4 запасных выхода. В этом году у нас также продолжался ремонт фасада, и при поддержке Евгения Евгеньевича у нас отремонтирован фундамент, то есть полностью по всему периметру. Также для нужд кухни по просьбе руководителя детского сада закупили бытовую технику. А в прошлом году на территории детского сада по областной программе установили игровую площадку. Она рассчитана на малышей от 3 до 7 лет. По словам председателя городской думы Евгения Пичуева, состояние детских садов Твери требует пристального внимания со стороны народных избранников. Конечно, мы хотим, чтобы наши дети были в достойных условиях. И те деньги, которые мы уполномочены распределить, депутаты, которые каждый год заложены в бюджет, мы поэтому и тратим в основном на детские сады, потому что дети нуждаются в внимании. Они проводят практически целый день в детском саду. Поэтому надо создать условия и возможность развиваться детям. И чтобы родители были спокойны, что их пока не на работе, что их дети в хороших руках, при хороших условиях. Сейчас в дошкольном учреждении требуется провести ремонт пищеблока. Председатель городской думы отметил, что его постараются сделать в следующем году. Сейчас идет формирование программы реализации предложений жителей на 2024 год.